Смотрите на реакцию собак, когда им принесли корм. Никто ничего не понял. Это твой любимчик? Mm-hmm. Заметно. Чем? Не знаю, у него морда такая. Яна, почему ты этого щенка особенно любишь? Потому что он мой. Короче, Яна себе уже отобрала этого мальчика и сказала, что никому его не отдаст. Яна, у него есть имя уже? Джекпот. Джекпот? Джек, короче. Смотрите, у нас есть один щенок, они все шоколадный триколор. А у этого есть веснушки, так называемые крапинки. И этот как раз у нас уже будет называться шоколадный триколор с крапом. Тоже очень необычный и редкий окрас. Да, Ян? У нас таких еще не было. У нас был с крапом... А, у нас был шоколадный, который в Египет уехал. Но он выглядел иначе. Ну, все равно. Окрас так же назывался. А это кто пришел? Очень хорошенький мальчик еще. Только я сказал спокойно, но решил сделать тяфу. Ваш темперамент сейчас у этих щенков не видно. Рано еще темперамент смотрели. Чем всего 5 недель? 5 недель темперамент не определяется. Только суперзаводчики определяют темперамент еще до рождения. А ты что, не видишь шоу «Перспективу щенка», когда ему... Ты что, я видела, когда они еще в животе были. Да, шоу «Перспективу» – идеальный темперамент. А, идеальный темперамент для выставок и шоу. Еще так пишут. Я, ну расскажи про щенков. Вот этот мальчик, он кто? Это мой джекпот. Этого мальчика я на себе приглядела уже давно. Ой, красавчик. Еще с 2 недель берет его постоянно на руки. Я всех периодически. Ну и вот и чаще берешь. Может, ты просто меня чаще с ним видишь? Ну, конечно. Он уже вон сидит. Вот этот вон классный тоже. Какой классный? Вот, смотри, какие крапинки, веснушки у него на носу. Да, необычный. Редкий окрас. Шоколадный триколор с крапинками. С крапом. С веснушками. Этот тоже с крапинками, с веснушками. Ну, ты что там мне всего на лапы морду даешь? Это мальчик. Он как Тедди. У нас же Тедди точно такого же окраса. Бело-шоколадный с крапом. Вот это мне морда очень нравится, очень красивая. Да. Такой прям щечка. Ну, кстати, когда был маленький, он не такой эффектный был. Такие щечки у него, тут выраженные скулки такие, прям треугольничек такой, он прям мордочку такого. Угу. Очень классный. Хоть у тебя окрас простенький, соболек считается. Но... Ого, лиловый. Не хухры. А, это лиловый соболь, да. Угу. У него вон глазки, смотри, какие светлые, красивые. Покажи глазки. Какие у нас красивые глазки. Вон там еще 2 шоколадных триколора прячутся, заняты своим делом.
Ну, это вообще обалденно, мне он очень нравится. Этот пацан, если можно было всех пацанов оставлять, я бы все оставила. Вот этого я бы тоже себе оставила. Если бы вот этого не было бы, то и всех я бы вот этого выбрала. Угу. Он может быть призовет своего отца. Очень красивая голова. У Голда в этом возрасте голова попроще была. А у этого уже такая выраженная. Пришел показаться. А, вот этого мы еще не показывали. Лена, расскажи про него. Ой, какой складочки на носу. Ну, такой, да, морщинистый. Морщинистый, да. Слушай, щенки-то классные у нас будут здесь. Не знаю. И щечки у него тоже, видишь, как у детского. Да, да. Щечки выражены, тоже такой треугольничек, мордочка. Тоже красивый. Удобно. Вперед. Что, все перевернули, да? Все перевернули уже, вероятно. Будете кусаться? Нет? Скоро кушать. Ты лизаться будешь, ты лизаться не кусаться будешь, да? Ты как он молодец. А этот же уже кушался. Ну, не драться. Ты такой голубоглазый вообще. Вообще, вообще голубоглазый, да? Да, голубоглазый. Головы, кстати, у них очень похожи. Какие очень? Головы похожи. Ну, вот у этого, типичный, который я выбрала, джекпот мой, и топливо. Ой, давайте девочку покажем. Давайте, конечно, девочку покажем. Девочка, вылезай. О, скажи, она меня слышит, что ли? Меня пацаны, скажи, задоминировали. Да. Вон девочка там сидит. Она вообще спит, ей вообще. Скромняшка. Покажись. Ну, покажись. Вот такая девица, дочечка Левушки. И Галдюшки. И Галдюшки. Ты так перекладываешь, я думал, ты сейчас сразу им все бодил. А кастрюлю целиком. Вкусненько. Я прям чувствую, как пахнет, я обожаю запах роял канина. Они его делают специально так, чтобы он был пах, чтобы он людям в первую очередь по запаху нравился. Ни один корм так вкусно не пахнет, как реал канин. Собаки тоже ценят. Mm-hmm. Им тоже нравится. Они, кстати, сейчас спят. Смотрите на реакцию собак, когда им принесли корм. Никто ничего не понял. Сейчас первым носом заводят. А, они по запаху почуют. Друзья, вы присутствуете при интересном моменте. Щенки, которые очень ждали корм, уснули в итоге и не врубились, что корм принесли. О, один понял. Так, все просыпаются. А! Так, еще два не поняли. Так. Девочка, конечно, самая последняя. Все, пошел процесс. Немка, ты знала, как будет? Так я это каждый день наблюдаю. Конечно, знала. Какое счастье за таким наблюдать каждый день. Вау. Все, уже для них это миска маленькая. Это, кстати, еще один повод переезда в новый вольер, потому что у нас там есть специальная большая миска, которые можно поставить, и они вокруг смогут встать. Мы ее уже один раз показывали с другими щенками. Даже не поснимать, одни головы туда уперлись. Одни попы торчат. Одни попы торчат. И что, ты сейчас они сидят еще повыше? Нет, это чай, не то хватит. Мне миску уже выдвинули в другое место.
Ну, думаю, что ты убрала, что ли? Там обидки, что какие-то есть? Конечно, они там еще раскидали вокруг.